Ну, вроде стало потеплее сейчас немножко, да, в зале? Пожалуйста, если во время перерыва возникли какие-то вопросы или мысли, прошу вас. Если ничего нет, тогда мы двинемся дальше. Наша вторая важная тема сегодня – после нисходящего потока и работы с потоком, это работа с умом. Для современного человека это очень важно, научиться работать с умом, потому что современные люди, они умные. Мозг человека достаточно развит сейчас, и он является, ну, центром, что ли, человеческой жизни, вот ум человека. Мы живем в наших умах, думаем все время о чем-то, в голове все время что-то происходит и так далее. Значит, из всех систем, традиций, с которыми я сам работал, наиболее эффективно работает с умом даже не йога, а дзогчен. Именно вот в этой школе, в Тибете, люди, по-моему, выработали самые эффективные методы, что делать с умом, как с ним работать. Я вам сейчас вкратце, очень сжато, конечно, самую суть попробую передать вот этой мудрости, ну и своего опыта, конечно, тоже. Все, кто садится в медитацию, кто начинает этим серьезно заниматься, сталкиваются с проблемой бегущих мыслей в голове. Мысли идут без конца. Есть много всяких методик, что делать вот с этими мыслями. Они же отвлекают человека и так далее. Я, знаете, перепробовал сам очень много разных методик. И сам изобретал, и из йоги брал, и занимался и дзадзен, и японской медитацией, и даосскими практиками, и много всего. Но вот все-таки тибетцы, они в этом деле, по-моему, превзошли всех. Немножко позже я вам расскажу про тибетский подход к этому делу. Но сначала давайте посмотрим на ум, на нас. Что такое наш ум? Это то, что происходит у нас в голове, в наших головах. Каждый день, с утра и до вечера. Что происходит в наших головах? Ну, вы мне скажите, что там? Роятся. Мысли, да. Роятся мысли, правильно. Что? Базар, еще варианты есть? Броуновское движение, еще вариант. Да. Ну, в общем, да, движение, да, броуновское. Я это выражаю русским словом каша. Мне нравится слово каша. Я сам люблю кашу. Вот, варю кашу. Вот в голове у всех каша. Каша действительно из мыслей, из обрывков воспоминаний, из каких-то фантазий, планов, ну и так далее. Вы все это отлично знаете. И вот с этой кашей, не только в медитации, а вообще в жизни, человек на самом деле не знает, что делать. Он эту кашу абсолютно не контролирует. Каша его контролирует. Вот это да, это серьезно. Человек полностью находится под властью беспорядочной своей психической жизни. Вот этой самой каши. Значит, давайте мы сейчас посмотрим, так ли уж это страшно. Так ли страшен черт, как его малюют. Как устроена психика человека? На самом деле она устроена очень просто. Вот что удивительно. Существуют бесчисленные школы, психологии, чего только нет, чего только не наворотили наука о человеке, да? Сколько всяких наук уже создано. На самом деле все элементарно совершенно. Смотрите, эта каша, все, что у нас происходит внутри, в наших головах, каждый день, состоит из мыслей в основном. Есть еще эмоции, конечно, есть реакции, но в основном это мысли. Откуда приходят мысли к нам в голову?
источник мысли заключается в чем? Как вы думаете? Откуда они приходят? 80% коллективное сознание, примерно 20% наши собственные. Не согласен. Ваше право. Да, имею право. Спасибо. А? Из желания мысли нет. Из желания мысли не приходит. У мысли есть два всего лишь или три источника. Самый большой и самый главный источник, откуда приходят мысли, это человеческая память. Память. Мы помним то, что произошло 5 минут назад, 5 лет назад и так далее. Более того, даже в подсознательном уме, говорят, записаны все прошлые жизни человека. И даже еще раньше, когда мы были рептилиями, там, одуванчиками, тело это все помнит. Это на генном уровне эта память существует. Говорят, что еще стволовые клетки мозга, то есть, простите, спинного мозга, тоже хранилище вот той генной древней памяти. Вот. Но у нас есть оперативка. Компьютер же устроен по образцу человека. Мы пользуемся в основном оперативкой, краткосрочной памятью так называемой. Вот. И вот большая часть мыслей, вот по моим представлениям, как вы назвали, 80%, где-то может быть 75%, может 80%, приходит из прошлого. Посмотрите, я вам сейчас это докажу элементарно. Мы все время что-то вспоминаем, постоянно. Мы роемся в прошлом. Мы вспоминаем буквально, вот что только сейчас было. Вот что он сказал, да? О чем я сейчас по телефону с ним говорю? Да вот, вот что-то вот крутим это, да? А что было там месяц назад, неделю, ну и так далее. То есть мы все время живем в прошлом. Ну не все время, большую часть. Мы прокручиваем прошлое в голове в своей, в живой своей русской голове. А что такое прошлое? Прошлое ушло и куда оно ушло? Где оно вообще, это прошлое? Его нет. Оно было, вроде бы было, да? Вчерашний день был, я вообще вот к вам приехал. А где это все? Где? Нет. Прошлое ушло, никогда не вернется. Оно исчезло навсегда. И оно исчезает каждую секунду. Вот как это происходит. Но в наших головах это прошлое живо. Оно живо. Мы живем воспоминаниями. Вот к чему я пришел. Причем мы не просто живем воспоминаниями, мы живем на кладбище воспоминаний. Я так это называю. Потому что это кладбище. Ведь этого же нет, это же иллюзия прошлая. А мы его крутим все время вспоминаем. Вот если мы это увидим, осознаем это, то, что мы живем все время в прошлом, то это очевидно, что это абсурд. Это первое, что нужно заметить в себе, что мы постоянно что-то прокручиваем из прошлого. Это главный источник мыслей, память. Но это не единственный источник. Второй источник наших мыслей – это будущее. Мысли приходят о будущем. Не из будущего, будущего тоже точно так же нет, как и прошлого. Это тоже такая же фантазия, галлюцинация мозга, будущее. Но мы постоянно что делаем? Мы не только вспоминаем, мы еще строим планы на будущее. А, вот сейчас мне нужно пойти это сделать, это сказать. Ну, вы знаете, как это происходит, да? У нас в головах все время фантазии о будущем. Мы мечтаем, да? А вот неплохо было бы... А? Ну да. То есть мы все время в головах у себя создаем иллюзорную такую картину. Фантазируем, строим планы, мечтаем и так далее. Это меньше процент занимает, процентов 25 психического времени, психического пространства занимает. Но занимает. Но ведь не нужно доказывать, что будущего нет. Где будущее? Покажите мне пальчиком. Где оно? Нету. А что есть-то вообще-то, что есть? Есть наша несчастная жизнь. Вот это точно есть. Ну, так вот, первое, что нужно сделать в работе с умом, это увидеть две вопиющие вещи. Вещь А, что мы живем на кладбище воспоминаний, что будущее, что прошлое ушло и никогда не вернется, что это абсолютный глюк,
И второй глюк – это воображаемое будущее, которое никогда не наступит. То, что мы крутим в наших головах, этого никогда не будет. Все будет на самом деле по-другому. Или немножко по-другому, или совсем по-другому. Вы же это знаете. Но вы продолжаете крутить песню о будущем в своих головах. И мы по-другому жить не умеем. Мы так устроены, нас так научили, воспитали. Ну вот такие мы. Все люди вот устроены так. Ну вот и все. Вот и вся психическая машина. Вот как она работает. Что здесь сложного? Ничего абсолютно. А где настоящее, так называемое настоящее? Вот оно вроде вот сейчас, вот эта секунда, а вот она уже стала прошлым. Ее тоже не поймать. Получается, что настоящего тоже нет. Где мы вообще находимся? Мы находимся в галлюцинации, в непрерывной бреду. И живем мы в состоянии полной паранойи при этом. Полной паранойи, потому что мы бредим. Мы бредим наяву каждый день, с утра и до вечера. Я вам сейчас только на двух пальцах доказал, логически доказал, что это так. Что жизнь психическая любого человека – это состояние бреда. Индусы называли это майей. Правильно делали? Ну так, увидев, что мы бредим, нужно, наверное, очнуться от бреда. Нужно, наверное, вообще ужаснуться тому, что происходит. Значит, теперь как она работает, эта машина? За счет чего она работает? Она работает тоже очень просто. Ничего сложного, никакой тайны в психике человека нет. Я открыл элементарную вещь. Когда приходит мысль, любая вам в голову, неважно какая, о будущем, о прошлом, вообще любая мысль, мы наделяем ее реальностью. Она становится для нас реальностью. Мы так создаем реальность. Как мы это делаем? Мы верим в то, о чем мы думаем. Просто верим в это. Вот и все. Вот как открывается эта дверца, вот ключ. То есть, другими словами, когда мы о чем-то думаем, мы верим, что так оно и есть. Проще сказать уже нельзя. Что так оно и есть. Вот как я сейчас думаю, вот так оно и есть. Вот реальность. Через веру. Мы отдаем свою веру нашим мыслям. А мысли – это бред, как я вам сейчас уже доказал. Значит, куда мы отдаем нашу веру? В поддержку этой галлюцинации. А что такое наша вера? Это наша психическая энергия, это луч нашего внимания. Мы внимание направляем. И эта картина оживает. Так же, как экран белый, пустой, оживает в кинотеатре, начинается кино. Вот так же начинается кино нашей жизни. Нужен свет, чтобы пошла картина на экране. Вот этот свет – это наша прана, это наша энергия, которой мы наделяем наши мысли. Мы отдаем им энергию чего? Нашего внимания, нашей осознанности. И сколько мы энергии туда отдаем? Как вы думаете? Всю, правильно, всю. Мы нашу всю энергию отдаем на поддержание бредовой, параноидальной, шизофренической реальности. Вот получается какая-то ужасная картина на самом деле. Я когда это увидел все, я совершенно ужаснулся. И себе ужаснулся, и всем людям. Так вот же откуда причина всех несчастий человеческих. Потому что психика-то работает неправильно, несовершенна она. Да? Нужно же с этим что-то делать срочно. Как найти ключ к освобождению? Да вот очень просто. Нужно увидеть болезнь, и тогда ты поймешь, как она вообще, и какое лекарство от этой болезни. Значит, какое лекарство от болезни, если ты увидел всю эту картину? Первое, перестать верить в свои мысли. Просто перестать верить в то, что о чем ты думаешь каждый день и каждую минуту, что это правда, что это так и есть. Человек боится этого делать. Потому что ему уже хоть и хреновенько, но он привык. Вот привык вот так вот думать, так считать, и все так думают, и уж как-нибудь проживем. И вот они так и дотягивают до кладбища. Вот человеческая жизнь. Если вы хотите жить так, пожалуйста. Но вы же, наверное, хотите жить по-другому. Значит, нужно выдернуть табуретку из-под ног вот этого монстра. Как выбить табуретку?
отказать мыслям в праве реальности, перестать в них верить, усомниться, просто усомниться, что вот так оно все есть, как я думаю. И все это здание рухнет, как, я не знаю, как спичечный какой-то дворец. Вот одну доску выдернул, и оно все посыпалось. Ему не на чем стоять, оно стоит на воздухе. Но это общая такая картина, как я ее вижу. Как перестроить психику, что нужно сделать. Как это сделать технически теперь? Вот теперь нам на помощь приходят тибетцы, которые наработали практики этого дела. Когда приходит мысль к нам в голову, она завладевает нашим вниманием. Мы наше внимание направляем на пришедшую мысль и сливаемся с ней. То есть мы становимся нашей мыслью, или она становится нами, как угодно. То есть это мы начинаем ее думать, эту мысль. Когда мы начинаем нашу любую мысль думать, она целиком завладела нами. Нас уже нет в этот момент, есть только эта мысль. И наша энергия, которая отдана этой мысли целиком, без остатка. А где я-то? Меня-то нет в эту секунду. Вы понимаете, что происходит? Когда я о чем-то думаю, меня не существует. Самоосознанность потеряна в этот момент. Мы в забытии, мы в бреду вот в этом и находимся. То есть мысли — это захватчики. Мысли приходят, чтобы украсть энергию вашего внимания. Как тибетцы дают очень хорошие, яркие примеры, и практики, и все. У них есть такой пример. Когда вор забрался в пустой дом ночью, ему там нечего украсть. Он залез в дом, а там все вывезли. Люди переезжают. Попал вор. Это состояние мастера, они так описывают. Мастер, у которого вывезли мебель. Понимаете? Да, вынесли ум, но из дома вынесли мебель. Вор пришел, а кто такой вор? Это мысль. Она пришла, развела руками и пошла в другой дом. Там полно всего добра, хватит на наш век. Вот такой образ, по-моему, очень замечательный, очень хороший, сильный, чтобы понять вообще, что это такое. Пустой ум. Мысль приходит, она сунулась, а взять-то нечего. Энергия внимания-то уже ей не уделяется. То есть человеку что, наскучило думать? Наступает такой момент, когда думать надоело. Надоело думать. Ну сколько можно эту кассу крутить в голове? Ведь это бесконечная резина, это тягучка. Эти мысли, они неинтересны, они все об одном. Они о двух, там, трех вещах вообще. Деньги, здоровье, секс, отношения, все. Вот все время это крутится бодяга. Ну сколько, как же могут быть люди счастливы, когда у них это происходит, такой кошмар в головах? Но надо же увидеть и стряхнуть это оцепенение. Как стряхнуть? Один образ я вам дал, тибетский. Вор, забравшийся в пустой дом. Они дают еще хорошие вещи. Другой образ они дают. Свободного сознания, которое освободилось, вырвалось из этой клетки. Представьте себе ночное море, ночной океан. Огромный простор темной воды. И начинает идти снег. Снег. И вот ночью снежинки падают в этот темный океан бесконечный. И что они происходят? Они тают тут же, как коснутся воды, снежинки нет. Вот она летела, она падала, бац, вода, все. А снежинка что? Та же вода, правильно? Она слилась с ней, кристалл превратился в жидкость. Вот этот образ, по-моему, очень сильный. Ночное море, идущий снег. Красиво, во-первых, да? Что это за символ? Это символ тоже сознания мастера. То есть его сознание — это океан, а снежинки мысли. Они когда приближаются к уму свободного человека, они тают в нем, в его осознанности. То есть океан — это осознанность. Вот такой образ. По-моему, он замечательный. Мне очень он нравится. И третий образ, который я хочу вам из тибетцев тоже привести — он называется «Рисунки на воде». Представьте себе, что вы берете палочку и начинаете на воде что-то писать. Или рисовать палочкой. Да? Вроде так что-то этот, а тут же исчезает, тут же исчезает. Вроде есть и вроде нет. Вот так, письмо на воде. Это тоже состояние мастера.
То есть мысль, придя в состояние в голову к мастеру, она тут же растворяется. В эту же самую секунду. Как будто вы рисуете палочкой на воде. Вот это то, к чему нужно прийти. Это не значит, что нужно подавлять мысли. Если вы будете их подавлять и ставить им барьер, запруду делать, да, она прорвет эту запруду. Понимаете, мышление – это естественное свойство ума, ничего плохого в этом нет. Тут дело в том, что осознанность человека, она выше по уровню, выше по качеству сознания. Вот спокойное, пустое, чистое, немыслящее сознание, оно выше по уровню. И нам, чтобы подняться по ступенькам эволюции, нужно к этому прийти. Нужно научиться не думать. Жить и не думать. Все говорят, а как это? Да вот так. Вот просто тупо взять и не думать, и жить продолжать при этом. Люди, которые умеют не думать, очень счастливы. Их очень мало. Но их видно. У этого человека не крутится в башке вот эта вот ерунда. Понимаете, с утра и до вечера. Не крутится. Не крутится. Его видно, да. Он так улыбается, как идиот. Вот. Понимаете? У него рот до ушей. У этого человека. Ему все до фонаря. Потому что он не парится. Он уже свой отпарился. Отволновался, отпереживал, отрастраивался. Все, проехали. Ну вот, вот по-моему, как это нужно делать. Очищать сознание от мышления. Перестраивать систему ценностей. Вообще переделать себя, перепахать. Взорвать свой ум. Взять динамита побольше, подложить туда и грохнуть. За пальчик огонек, бабах, и все разлетелось. Остается что? Чистое, пустое, ясное пространство сознания внутри. Вот что остается. И не попадаться больше на этот крючок никогда. Мысли будут приходить, но вы будете их использовать по назначению. Вам нужно вспомнить, где там лежит, я не знаю, мобильный телефон. Он лежит в этом кармане. Я вспомнил, взял, там, набрал, позвонил, сделал, что надо, убрал и забыл. Посмотрите, что происходит у обычного человека. Он выходит, он поговорил по телефону, у него еще этот разговор будет 5 минут в голове крутиться. Он будет его перемалывать, да? Пока он его сбросит. Или вы вышли, допустим, из гостей. У вас вся эта сцена, общение там, да? Оно у вас живет внутри и будет жить. Я предлагаю такую психотехнику, называется резинка. Представьте себе, что, знаете, как вот сейчас пишут иногда доска, лекцию читают, и там есть такое, как губка, да, так мокрая. Провел, раз, доска белая сразу. Там все исписано, формула, там слова. Одно движение, и все, чистая белая доска. Это упражнение резинка. Ну, можно не губку, а резинку, да, тоже. Ластиком провел по листу бумаги. Как это делать? Поговорили по телефону? Или, допустим, закончилась встреча? Или там еще что-то произошло в вашей жизни? Чтобы это не крутилось вот бесконечно, высасывая ваши силы, это же уходит энергия ваша, бесценная. Значит, вы берете, делаете внутреннее движение. Вот так раз, легко провели, и ум стал чистый, белый, пустой. Упражнение резинка называется. Делайте это как можно чаще. Оно несложное, оно не требует там лотоса, мантры, там, шмантры. Просто вот так легко раз внутри, и все там пусто. Оно опять заполнится. Это хватит, может быть, на пару, ну, на 5 минут. Но все равно, если вы это сделаете 10 раз в день, 10 на 5, это уже 50 минут у вас будет пустого ума. Понимаете, это уже хорошо. Вот попробуйте просто, это ощущение какое? Свежести. Как будто освежились. Как вот окно открыли на улицу. Весенний воздух пошел. Вот такое. Облегчение. Свежести, облегчение. Эту практику я вам предлагаю просто тоже, она ситуативная, то есть в зале мы ее сейчас не можем делать, поделайте ее просто в практике вашей жизни. Ну, а вообще по медитации приучайте себя к пустому сознанию. И не только в медитации, а когда вы идете по аллее парка, думайте о своей жизни, не думайте о своей жизни.
Опустошите свою голову любым способом. Перестаньте думать, это все фигня. Перестаньте верить, что вы сейчас что-то придумаете, вы ничего не придумаете. Все произойдет и так само, и так всегда и происходило само, по Божьей воле, как говорят. Ну или не по Божьей, какая вам разница? Перестаньте думать. Не думайте вообще ни о чем и не бойтесь. Потому что люди думают из страха, они боятся. Боятся перестать думать. Им кажется, что их жизнь кончится сразу. Люди боятся пустоты. Они боятся пустого ума. Пустой ум для обычного человека страшная вещь. Ему нужно заполнить вот этой вот шелухой свою голову, тогда он как будто в норме, в порядке, да, как все. А как все, он такой же идиот, несчастный, ходит по улицам и не знает, что ему делать. Вот что дает этот мусор в голове. Значит, надо взять веник и вымести. Ведь в комнате полно мусора. Ваш чердак забит старой мебелью, там какие-то вообще бумажки валяются. Бог знает что. У вас когда дома грязно, вы же убираетесь? Убираетесь. А почему вы не убираетесь в своей голове? Почему? Голова важнее вашей комнаты. Ну так вот, практика, йога, все что угодно, дзакчен. Это взять веник и начать уборку, такую серьезную, капитальную. Засучить рукава, взять тряпку, намотать ее на швабру и пошел медитировать. Или там еще что-нибудь делать. Освободитесь от мусора. Увидьте этот мусор. Потому что человек не видит, что это мусор. Он думает, что это нормально. Он к этому привык. Каждый человек к этому привык. Даже самый продвинутый. Продвинутый человек думает о Боге, о Кришне, о мантрах, о шмантрах. Но он верит в эту бодягу. Вы понимаете? Точно так же, как алкоголик верит в пиво, которое ему трудно очень достать. Потому что денег уже вообще бабла ноль давно. Он в это верит. Продвинутый человек вот в это верит. Обычный человек верит, что ему надо идти на работу, а дома жена будет пилить. Ну вот во что люди верят, о чем они думают, в чем проходят их жизни. И ваши жизни тоже в этом проходят. Ну так прекратите это делать. Кто за вас это может решить эту задачу? Никто. Что, я что ли могу это сделать за вас? Да нет. И никакой Шива, и никакой гуру, никто этого не сделает, пока вы это в себе не сделаете, не очистите свое сознание от шелухи, от мусора, от дерьма, пока не уберете свою комнату, пол не надраете там до блеска. Вот что вы должны сделать. Вот практика. Я не знаю, как более понятно, коротко и ясно объяснить суть внутренней работы. По-моему, это предельно ясно и просто, то, что я говорю. Разве осталось только уразуметь, как это сделать. Но это ведь тоже, я надеюсь, как-то проясняется или нет. Или все равно непонятно, что делать. Но я тогда хочу обратной связи. Антисатсанг. Антисатсанг. Давайте, объясняйте мне, что нужно сделать. Я к вам прихожу. Кто будет объяснять? Ты будешь объяснять? Гуруджи. Гуруджи величайший. Я отдам тебе все. Нет, все. Я лучше отдам заранее. Я хотел поделиться. Давай, рассказывай мне. Не всегда получается. Где микрофон? А я уже завладел. Ну, дай ей микрофон. Не всегда получается все стереть. Но вот в моей практике показалось, что вот если изменить круто оценку, то уже значительно проще. Так это будет другая мысль в твоей голове. Ну, в принципе, да. Но все равно, по крайней мере, психологически жить намного проще. То есть не оценивать, а просто принять с юмором, допустим, все происходящее. Ну и мысли тоже успокаиваются при этом. Послушай, ты будешь сидеть и думать, что я сейчас ничего не оцениваю, как клево, правда? Ну думать. Ты в том же капкане, ты не вышел из него. Может быть, но все равно лучше. Я же не говорю, как лучше, как хуже. Понимаешь, условия ада можно немножко улучшить. Условия содержания заключенных тоже можно немножко улучшить. Дать им больше баланды. Ты хочешь больше баланды, что ли? Я тебя налью. Пробовал. Ты должен из тюрьмы свалить, а не баланды просить вторую миску. Ну? Чего? Мысли о Боге, господа, самые вредоносные. Они разлагают сознание человека на корню. Они делают его паразитом.
Потому что Боженька позаботится, Он все сделает. Господи, прости. Вот почему. Вы должны пахать с утра и до вечера сами. А Боженьки никакого нету. Что-что? Мысль о сознании выкинуть. Вы сознание выкинуть не можете из головы. Потому что сознание — это вы. Это я. Здрасте. О нем, да, выкинуть. Потому что мысль о сознании — это муть в сознании. Поймите, что все мысли — это муть. Сознание чистое, но в нем есть завихрение. Знаете, как вот чистый прудик, а там вот муть плавает, она вот так вот кружится. Вот так башка человека устроена. Так эту муть-то вы как-то разгребите, пусть будет прудик чистым. Пожалуйста, кто хочет на эту тему поделиться бесценным опытом? Прошу. Есть два способа, которым я пользуюсь. Когда, ну, я делаю иногда медитацию, раньше постоянно делал, сейчас время от времени на окружающие звуки. Стараюсь, как правило, это ночью, когда звуков мало. Я слушаю наиболее тонкие звуки, которые могу услышать, и что? Но реальные. И не стремлюсь, но сейчас получается не давать никаких оценок, не думать, что это. Ну, то есть сознание расширяется, и ум успокаивается, тишина появляется. Потом я начал слышать тишину, в которых эти звуки проявляются. Ну, то есть вот тишину, в которых все это проявляется. А второй способ – это в течение дня там я смотрю на какой-то предмет, как только в голове какое-то в уме какое-то шевеление начинается по поводу этого предмета, я сразу перевожу взгляд на другой. Ну и внимание как бы удерживаю на… Так вот. И, ну, это состояние накапливается такое. Ты научился манипулировать тонкими состояниями сознания, слышать внутренние звуки, вот, и еще вещи. Но ты не подрубаешь корня дерева зла. Нужно выдернуть корень, понимаешь? В этих тонких звуках, цветах, видениях, переживаниях, в том числе ощущение потока. Нет, я не про видение говорю. Когда я с реальными... Ну, ты слышишь звуки? Ты слышишь звуки? Только реальные. Ну, то есть я не внутри слушаю, а именно снаружи. А ты слышишь звуки? Там вода, допустим, где-то капает. А зачем ты их слушаешь? Зачем слушать звуки воды? Для того, чтобы находиться в реальности, ну, то есть здесь и сейчас, чтобы как раз вот, чтобы ум не убегал. Тебе нужна вода. Чтобы никуда не убегал ум. А потом начинаю слушать тишину, в которой все это проявляется. То есть вот это, ну, более важным для... Но это очередной глюк в твоей голове. Ага. Вот эта тишина, якобы, которая легко может быть нарушена, заметь, легко может быть нарушена твоя тишина. Это не та тишина. Твоя тишина искусственная. Ты придумал просто некое, ну, средство, некий прием изобрел, успокаивать на время, заметь, на время свой ум. Но это не вырывает ядовитого корня. Он прорастет тысячу новых ветвей. Да, пожалуйста. У меня такая дилемма. Если не придавать значения ничему происходящему, тогда мысли сами собой отваливаются. Но опять же, как-то оно обессмысливает вообще. Саму суть моего. Да, ты станешь полной тупицей. Я хочу тебя обрадовать сразу. Вот оно. Смирись с этим. Это подрубить корень. Да нет, подожди, давай с тупицей разберемся. Ты боишься стать тупой и бессмысленной, так? Нет, я обратила внимание, что вот это состояние, оно такое становится поверхностное, когда обо всем и ни о чем. Ты сейчас о чем говоришь? Вот сейчас ты о чем говоришь? Об уме. О каком уме? Который иногда проявляет себя, говорит. А где ум? Покажи мне пальчиком, где он? Ну, он там шевелится. У тебя вот там в мозгах что-то шевелится? Да, иногда бывает.
Ты сама смеешься, не? Да. Ну вот за этим смехом стоит пустота. Ты смеешься сейчас не из ума, а просто смеешься. Опять поковыряюсь в прошлом. У меня было такое, очень часто приходила мысль о том, что что ж все люди как люди, а я как королева. Все там что-то думают, у всех какие-то мысли. Так. Вы все увидели, как она захвачена своими мыслями сейчас? Вы увидели это или нет? А ты это увидела? Нет. Да. Нет. Ты продолжала говорить. Если человек это увидит, он перестает говорить, он не может говорить. У него спазм в горле наступает, понимаешь? Вот сейчас в тебя вошла мысль, она прокралась как вор, что я сейчас говорил, крадучись вор входит в дом, крадучись, незаметно, похитила твое внимание, и ты начала нам рассказывать какую-то сцену из своего детства. Извини. Мне абсолютно наплевать на сцену из твоего детства, потому что твоего детства нет. Это галлюцинация, которую ты сейчас пытаешься навесить мне. Что ты делаешь? Ты описываешь некую сцену из своего детства, озвучиваешь ее, наделив ее своей психической энергией, праной, передаешь этот глюк мне, его транслируешь с помощью языка, губ, артикуляции, взгляда, жестов, понимаешь, энергии, которую направляешь на меня. Ты хочешь, чтобы я поверил в это? Что в твоем детстве было т-д-д-д-д-д. Я тебе не верю заранее. Понимаешь? Я не хочу верить. Я не хочу знать о твоем детстве ничего. Меня волнуешь ты сейчас, сидящая здесь, с этим микрофоном. Ты понимаешь или нет? Да. Ну так отлично. Так зачем ты мне сейчас хочешь рассказать еще что-то? Ты мне все рассказала. Ты ничего не рассказала, я тебя оборвал, заметь. Ты не успела. Почему я оборвал тебя? Я хочу, чтобы ты увидела механизм, как работает твое сознание. Ты до сих пор не можешь въехать. Ты не можешь въехать, как тебя захватывают мысли, как они, крадучись, входят в твой ум и воруют энергию твоего внимания. Вот чего ты до сих пор не видишь. Если ты этого не увидишь, ты не уйдешь никуда в практике. Ты будешь ходить кругами бесконечно и рождаться все в новых и в новых телах. В бесконечных мирах и страдать. Ты понимаешь, что? Это же не шутка. Я даю ключ. Если, ну, повернуть его можешь только ты сама. А ты до сих пор не только не можешь повернуть, ты не можешь даже его взять. Ты понимаешь, насколько это тонко и насколько это важно? Пожалуйста, ребята, кто еще хочет поделиться? Микрофон передайте. Я хотела рассказать, что когда так получилось в моей жизни, что когда умирали иллюзии, это было достаточно больно, и на какое-то время давалось вот это осознание, когда все, многие программы, наверное, умирают, и на какое-то время было здорово. Но потом эта машина, она засасывает опять туда. И я проживала несколько раз такие вещи и поняла, что все, на что ум ставит, это все не то. Я это знаю где-то внутри, что я обманываюсь, что меня обманывают, что я сама в это вовлекаюсь. И подспудно есть это уже видение, но в то же время как будто бы это же самое сознание, оно и закручивает эту игру. Оно... Вначале опыт получается невовлеченный. То есть что-то происходит, и ты наблюдаешь. Ты в этом, но ты не в этом. А потом все-таки вовлекаешься. То есть начинаются какие-то чувства, начинаются какие-то мысли. Что-то из этого кажется особенно таким вот, оно как озарение похоже, оно еще там как-то. Начинаешь в это верить. И опять в это вовлекаешься. Ну вот у меня так. Не вырван корень. То же самое. Корень мышления не вырван.
не вырван. Да, пожалуйста. Я сегодня ночью читала вашу книгу, и меня поразило, вот как раз как ум действует, вот что вы сейчас до этого говорили. Я начала практиковать, ну, как бы там написана практика, я начала практиковать, значит, осознавать, только осознавать что-то из прошлого или из будущего. И ум, вот, знаете, он все время каша, прошлое, будущее. И вот это осознание вдруг останавливает на какой-то момент, и начинаешь заливаться чем-то таким вот, ну, я не знаю, у меня был свет, такой вот свет, я бы сказала. То есть и снова приходят мысли все равно. Но ум начинает как бы не хозяином быть. Он начинает освобождаться. Да, он перестает быть хозяином. Да, да, да. Вот вы сказали, сейчас, секундочку. Вы сказали самое важное из всех. Вы сказали сейчас самое важное. Вы передали состояние начала освобождения. Вы передали. Вы поймали вот ту золотую ниточку, которая ведет к свободе. Вы поймали. Вам нужно по ней идти, по этой ниточке, теперь дальше, понимаете? Но вы нащупали в темноте вот эту спасительную нить. Ум перестает быть хозяином. Вы открыли что-то еще, что-то больше этого. Потому что пространство сознания бесконечно больше ума. Оно огромно, оно бесконечно, это пространство. Вы только открыли сейчас маленькую щелочку в эту дверь, туда просунули нос. Теперь нужно голову, а потом вся туда. Вот что вам нужно делать. Но вы нащупали, я готов вас обнять за это. Потому что это здорово. Давайте я вас обниму. Да. Молодец. Молодец. Ребята, пожалуйста, кто еще хотел сказать? Пожалуйста. После прочтения статьи вот в книге о наблюдателе, я перед сном ее читал, я уснул. Я проснулся, полный ноль. То есть я смотрел, вот как вы говорили, когда ребенок смотрит, только что родившийся, на мир. Я смотрел минут пять. Наверное, просто ноль. Я не знал, кто я, где я. То есть я просто смотрел. Потом мысли хлынули, и все, начался день. Вот. В течение этих пяти минут я испытывал, ну, на самом деле, какой-то кайф. То есть я вспоминаю это состояние сейчас постоянно. Уже прошло месяцев 8, по-моему. С августа месяца не 8, там поменьше. Больше ни разу это не повторялось. Вот о чем я жалею. Вот. Такой опыт был. Вы знаете, я тоже прочел в жизни много всяких книг, и хороших, и всяких. И вот от хороших книг у меня было то, что вы сейчас говорите. Вот иногда такое, причем от каждой книжки по-разному это было. Вот прочтешь, например, там, я не знаю, первый раз, вот Ричарда Баха «Я люблю иллюзию», ну, к примеру, да, там, или, не знаю, Бхагавад Гита, там, меня тоже потрясла, когда я первый раз. И вот ты ходишь вот такой вот весь, летаешь просто. День летаешь, два, а потом так начинаешь дуваться, как шарик, да? И думаешь, а где же это было? Я же вроде все понял, я же вот слова Кришны, вот я почти что Арджуна там стою на этом поле Курукшетры. А потом жизнь раз, и шарик схлопнулся. Потому что это не твое. Это еще не стало твоим. Это чужая мудрость, чужая энергия, чужое золото. Да? Тебе дали на время, на, подержи, поиграй. Но даже оно уходит, не твое. Нужно завоевать свое. Нужно завоевать свою правду. Она никуда не уйдет от вас. Она ваша. Вот эти книги, это или там вот эти учения, все учителя, это только настройка. Вам показывают примерно, камертон дают, как звучать можно. Вот так. Понимаете? Но вы должны свое пианино расстроено сами взять и настроить по этому звуку. Вот так работают эти книги и все тренинги, и вообще монастыри для этого стоят, я не знаю. Да? Так это или нет?
Ну хорошо, спасибо. Пожалуйста, кто хочет еще сказать? Да. Скажите, пожалуйста, тогда получается источник мысли – это все-таки пустота? Да, источник не только мысли, источник всего – пустота. Будда сказал великую вещь, он сказал, пустота есть форма, форма есть пустота. И потенциальность, да? А? И потенциальность в том числе. Да, в пустоте, как в потенциальности, содержится все мироздание, все миры. То есть нужно просто сделать переживание пустоты своей реальностью, чтобы увидеть вот это вот. И нужно шагнуть еще дальше. Понимаете, тут какая штука? Пустота очень красивая вещь, я проводил медитации по пустоте, и весь народ тащится, пустота. Ну, пустота приятная штука, да? Там пусто, легко, ничего нет. Нравится это людям. Но это обманка, потому что это концепция пустоты. Это ум играет в новую игру. Он просто придумал себе новую игру, называется пустота. А на самом деле, уж если говорить о реальной пустоте, в пустоте нет никакой пустоты. В пустоте, в настоящей пустоте, там ничего нет. И пустоты там тоже нет. А если пустота еще есть, значит, это не пустота. А это игра вашего ума, который пишет «пустота» большими буквами на доске. Я сейчас в пустоте, о, как клево. Понимаете? Настоящая пустота – это обвал. Это обвал всего. Ваш ум рушится. Рушится, да, большая лавина сходит, все. Там нет пустоты, там нет вообще ничего. Вообще, если высочайшую истину попытаться выразить словами, самую высокую истину, ну, которая мне доступна, скажем, есть, может быть, больше, я не знаю. Это очень простая формула. Ничего нет. Два слова. Точка. Ничего нет. Вообще ничего нет. Ни тебя нет, ни меня нет. Ни Бога нет, ни пустоты, ни черта с рогами. Ни Тоши, ни Васи. Вообще ничего нет. Вот попробуйте в это въехать. И это правда. А если ничего нет, то тогда нет вопроса, что делать, как жить, кто ты, где счастье, где просветление, ну и так далее. Да? Все вопросы снимаются сразу вот так, потому что ничего нет. Но попробуйте это осознать. Вот это ближе к источнику, то, о чем мы сейчас говорим. Это не ярлык, на котором написано «пустота», а по сути. Это то, о чем говорил Будда. Пустота есть форма, а форма есть пустота. Красиво, но это непонятно, что на самом деле. Что он хотел этим сказать. Я сейчас пытаюсь до вас донести, да, с другой стороны как бы развернуть. Пустота и полнота – это одно и то же. Все возникает из ничего, но в этом ничего уже есть все. Не только потенциал всего, а все уже там есть, до самого конца. И все развитие, и смерть всего уже там есть. Вот в этом, в ничем. Это парадокс, конечно, для ума. Ум не может это объять. Поэтому всегда говорят, что сатори, вспышка просветления, это рушит все конструкции ума. Это просто вот так. Озарение. На тебя... Просто ты встаешь, открываешь рот, вот так, и все. И не надо никаких слов, ни мыслей, ничего. Но ты попал, ты там, ты знаешь, что ты – это верняк. Вот так оно все. Ты узнаешь, как оно все. Не просто умом, а ты это пробуешь на вкус. Ты чувствуешь, ну как вкус на губах у тебя появляется, реальности. Понимаешь, что происходит? Вот это освобождение, то, о чем я сейчас тебе говорю. Освобождение от чего? Да вот от этих старых схем, от этого рабства, о котором мы сейчас говорили. Ты вырываешься на свободу. Вот так это работает. Пожалуйста, кто еще хочет по уму? Прошу вас. Мой опыт такой. Мысли, они возникают сами по себе, но думаются потому, что интересны. Когда
существо твое осознает, что они неинтересны, ты их не стираешь, нет, их нельзя стирать. Их нельзя стирать. Вернее, их можно стереть, но через какое-то время они снова появятся. И это не панацея. А вот когда ты осознаешь, что они неинтересны, они просто текут, текут, текут. Ты им не мешаешь течь. Они текут, потом медленно, медленно, медленно уходят. Потом появляются другие. Также медленно, медленно уходят. Потом третьи и так далее. Но промежуток пустоты между ними увеличивается. Все. Спасибо. Да, я согласен с вами, что думать может надоесть, правда. Мысли перестают быть интересными. Надумался. Вот человек бывает наигрался, да? В одну игрушку, в другую. Думать — это тоже игрушка. Это как машину водить. Ну, накатался, все. Неинтересно баранку больше крутить. А вначале как было классно. И так же думать. Надоедает думать, наскучивает. Мысли, вы правы, продолжают приходить, но они перестают быть интересными. И они перестают тебя заманивать. Они же заманивают человека. Обольщают его. Соблазняют его. Соблазняют его думать. А у мудрого человека все, его красавица не соблазнит. То, что он уже святой человек, он чистый, ему это все. И он себя не насилует, человек, который не поддается соблазну красавицы. Он просто чистый, ему это уже не надо, он проехал это. И также человек, который избавился от мышления, он не задавил это мышление, а он просто наигрался в него. Мысли приходят, но ты уже не раб их. Они твои слуги. Вот правильно. И вот в этот момент мысли начинают тебе служить. Они начинают выполнять свою природную функцию, как оно должно быть в человеке. У меня есть такое понятие в моей практике, называю это новый центр. Нужно создать в своем сознании новый центр. Это центр, свободный от мышления. Это место не умеет думать. Не умеет думать. Ему не надо думать. Этот центр есть в каждом из нас. Он просто заилен. Он замусорен, завален кучами мусора. Вот надо этот мусор разгрести, и тогда появится такой маленький пятачок. И в этом пятачке, это ваш пятачок, это вы, это ваше сознание. Ну там ничего не думается, там некому думать, не о чем думать, там хорошо, там спокойно, там тихо, пусто, светло, ну как надо, в общем. Но этот пятачок, он сначала будет малюсенький, вот такой. Если будут продолжать находить, как волны, и сносить вас с этого пятачка, и будете лететь и кувыркаться. Но если вы упорно будете долбить эту тему, этот пятачок начнет расти. Ваша осознанность начнет как бы расползаться, захватывать все новые территории и подминать под себя мысли. И вы приучите без себя в этом жить. Вот практика. Жить в новом центре, в центре осознанности. В центре, где мысль не выживает. Потому что вибрации этого центра выше, чем вибрационный уровень мыслей. И мысль, приходя в этот пятачок, она что? Она растворяется или она уходит. Ей там не выжить. Вы начинаете вибрировать на другой частоте. Вы учитесь жить просто в осознанности. Вот я называю это новый центр. Надо его делать, ребят. Сейчас, сегодня, завтра. Ну что, до смерти, что ли, ждать? Она не за горами. Кто кроме вас сделает этот новый центр? Я, что ли? Только вы в себе его разгребете, расчистите, укрепитесь в нем, научитесь в нем жить, расширите его, и он захватит территории, и поток мышления станет вашим верным помощником, слугой. Полезным слугой, а не зловредным тираном, которым он является сейчас, до сих пор. Это вроде тонкие процессы. Я понимаю, что это легко так вот говорить. Я вот вам так все разложил, объяснил. Вы попробуйте-ка это сделать. Вы увидите, какой бешеный конь встанет на дыбы у вас внутри.
Вы увидите, как все может начать из рук валиться, и могут родственники на уши встать, и черти по ночам будут хвостами перед носом махать. Все может сбунтоваться, не так просто. Практика – это путь воина, нужно сражаться. То, о чем я говорю, это война. Это война со своей тупой природой, со своей вот этой рабской природой, которую надо вытравить, сжечь и жить за одну жизнь. Кто на это способен? Я надеюсь, что вы на это способны. Поэтому я вам это даю. Мы же неспроста здесь встретились. Нас карма свела в этом зале? Свела. Значит, что? Работать. Моя задача предельно на ментальном уровне с помощью слов объяснить вам, в чем суть работы, в чем суть практики. Ваша задача эту суть взять, хотя бы головой вот здесь, в этом зале, это понять. А делать вы это будете в своей жизни. Не в зале же вы будете Буддами становиться? Или в зале, прямо сейчас? Готовы прямо сейчас? Ну, давайте, уши у Будды длинные такие. Давайте вот так тянуть, так, да, отращивать уши, давайте. Пожалуйста, есть какие-то комментарии, замечания? Прошу вас. Про центр, то есть он у каждого свой? Нет, один на всех. Вот мысли у каждого свои в голове. Осознанность у всех одинаковая. А где этот центр находится? Я вам покажу потом, когда мы выйдем из этого зала. Я вам поставлю там фломастером точку. Но нам нужно будет выйти. Вы согласны? Да, пожалуйста. Да я шучу, нигде он не находится. У него нет места. Он нигде и везде. Вы думаете, что есть какая-то чакра осознанности? Нет, ее нет. Вы думаете, что вообще ваша осознанность находится в вашей голове? Нет. Вашей головы нет. На секундочку. Это тоже телега, ваша голова. Голова, я иногда объясняю народу на тренингах, это такой нарост на плечах. Вот и все. Сейчас. Осознанность находится везде. Понимаете? В прямом смысле слова. Везде. Куда вы не покажете, туда, туда, туда. Это все сознание. Ничего кроме сознания нет. Все сознание. Оно бессмертное, оно чистое, оно Шива. Вот реальность. А вы говорите, где находится новый центр? Да везде он находится. Вот на этот уровень нужно выйти. Пожалуйста, кто дальше? Прошу. У меня вот такой был опыт. Мы 2 недели назад ходили вокруг Таганая на лыжах. И когда мы шли наверх, я постоянно как бы напоминала себе, что я чистое сознание. Просто раз вспомню, проеду сколько-то, опять вспомню. И интересно, что на обратном пути случилось странное. То есть стали появляться мысли, и они не могут как бы войти в меня. Будто есть такая броня, и мысли просто отлетают. Не может войти в поле даже мое. И в общем-то, это состояние меня очень удивило. И все это я приписала белому снегу и отсутствию людей. Ну, естественно, тому, что я пыталась помнить, что я чистое сознание. Спасибо. Вы сейчас описываете новый центр. То, что я называю новым центром, вы его сейчас описали на опыте своей жизни. Вот это оно и есть. Вы можете в нем находиться не только там на лыжах под снегом, а вот сейчас и вообще всегда. Да. Ну, вы уже знаете, что это такое, правильно? Ну, здорово. Значит, вот туда и идите, в нем закрепитесь, расширьте его и начните в нем жить, в этом состоянии. И все изменится очень быстро. Вы увидите. Поверьте. Ну, давайте. Да, пожалуйста, кто продолжает? Помогает ли метафора в виде наблюдателя, там, какой-то фигуры там, или еще чего-то? Нет. А вот в этом центре? Нет. То есть просто пустота? Нет, не пустота тоже. Пустота – это новая привязка.
Вот пустота хорошо, заулыбались. Видите, как хорошо стало? Пустота. Да нет там ничего, никакой пустоты там тоже нет. Вы успокойтесь. Уж фигур там точно нет в белых мантиях, с крестами, с хоругвями или там, не знаю с чем, в золотых коронах. Ну, то есть метафора только замедляет процесс? Метафора создает вам новые мысли-ряд, мысли-форму, новые мысли-формы. Вы продолжаете находиться в капкане. Ваша задача – найти способ высвободить ногу из капкана. Вы в капкане, понимаете? А что вы делаете? Что вы делаете? Создаю образ, ну, мыслью опять же. Ну, правильно. Вы продолжаете ходить по этому кругу заколдованному. Здесь нужно, как говорят тибетцы, найти центральный узел и рубануть по нему, взять меч вот такой большой или топор и по центральному узлу рубануть. И тогда все ниточки, рассыплются, понимаете? Ваша задача найти центральный узел, где затянут вот эта вот карма, вот это вот, вот пережато все, понимаете? Вот ваш центр. Вот такой сжатый. Вот туда нужно нанести удар. Удар осознанностью. То, о чем сейчас нам говорила девушка, когда она каталась на лыжах. Вот она говорит, мысли входят и отскакивают. Входят и отскакивают. Им там нечего делать. Вот это новый центр. А если вы будете создавать метафоры, фигуры, там, пустоту, это будет все тоже. По-другому до конца. Но суть-то не поменяется. Нужно здесь суть почуять. Эта суть чуется звериным нюхом. Знаете, когда зверь идет по лесу, у него звериный нюх, он чует. Вот здесь опасно, здесь добыча. Звери, знаете, как же, чтобы выжить в лесу? Вот практика и духовное освобождение создается аналогичным способом. Нужно вот этот нюх иметь, чутье, понимаете? Интуицию, другими словами. Если вы ее не пробудите и не пойдете, как зверь, по лесу, вы не придете к свободе. Вы будете сидеть и фантазировать фигуры, пустота, нирвана, Будда. Но потом умрете. Понимаете, что произойдет? Неизбежно. А жить когда? Пожить-то не успели. А вот уже и в земельку пора. А ведь надо же пожить еще. Пожалуйста, да. Хочу узнать, то это или нет. Было у меня переживание после встречи с одним человеком в течение дней 5, наверное, 7, может быть. Можно перебью? Да. Можешь не рассказывать о встрече с человеком? Конечно. Расскажи о том, что происходит в твоей голове прямо сейчас. Сейчас? Да. Ничего не происходит. Врешь. Происходит. Я это чувствую. Давай. Раскручивай. Ну, там, секунду до того, как ты спросил, я думал о том, вспоминал. Не, сейчас, вот сейчас что происходит. Вот прямо сейчас. Жду. Правильно. Ждешь. Вот это правда. Вот сейчас ты сказал правду. Это единственное слово правды, которое мне пришлось вытягивать из тебя клещами. Ты заметил? Все до того было неправдой. А вот это одно слово правда, жду. Ты действительно сейчас ждешь. Ты понял, как надо копать? Ждать? Не понял. Не понял. Не понял. Ладно, потом. Дальше. Кто следующий хочет высказаться? Кто-то еще хочет сказать? Прошу вас. Я просто хочу сказать, что в силу характера я человек эмоциональный. Какой? Эмоциональный. Так. То есть у меня раскачанное как бы это делает эмоции. И работа у меня такая нервная часто очень бывает там в силу. А что вы делаете? Ответственности. Ой. В общем, это госструктура, там всегда вот так, как струна. И весь день с утра Так красиво звучит госструктура, как струна. Ну, потому что не знаешь, откуда ждать.
что прилетит и когда. И надо в одну секунду там 10 дел сделать быстро. Оперативность высокая. Вот. Потому что чиновникам надо же быстро и сразу. То есть у вас там развилась психическая скорость, повышенность, да? Правда? Нет, я просто хочу сказать, что я всегда переживаю, да? Ну, часто. Работа такая. По работе переживаете? Да. Когда выхожу, и я часто не могу расслабиться, потому что такие были, ну, просто не можешь, вот все там, иногда вот даже так трясет. Иду домой и трясет, поздно иду там. И думаю, надо же, аж сердце иногда колет. Ну, действительно, такие случаи там завязаны. Вот. И, знаете, я заметила, что раз у меня стало получаться, уже так вот не вчера, как бы так вот давненько, но как-то оно не продвигается. А что получаться-то стало? А получаться стало уходить с этого состояния, выравниваться. Вот вы говорили, как ластиком стирает все. Наверное, у меня так. Я как-то раз вот так вот делаю, вот так. Я даже не знаю, как это у меня происходит в доли секунды. И все, вот тут вот гармония, вот тут вот нету ничего, ушло все, вот встревоженность, все, тишина, индифферентность полная. Это так классно, но хватает ненадолго, там минута, ну пять, потом опять, потом я их гоню, эти мысли, ненадолго, так, головой тряхну. Надо еще раз провести ластиком, еще раз. Вот, и получается уже, получается. Когда я вспоминаю снова, больше состояние, лучше, гораздо легче стало. Да, спасибо. Вы описали упражнение резинка, удачное исполнение его. Видите, оно действительно помогает вам успокоиться, прийти в себя на работе. Но мне хотелось бы сравнить вашу работу и мою. Прикиньте, что я приезжаю на тренинг, и меня всего колотит. Я нервничаю. Здесь люди, их судьбы, их карма. Меня всего трясет. Можете представить такую хохму? А? Я нервничаю, да, выхожу к вам, меня колотит. Я начинаю что-то сдавленным голосом вам такое тут втюхивать. Смешно? Смешно. А почему вас колотит? Колотит меня не во время работы. Во время работы я как раз максимально осознанно, точечно осознанно, потому что иначе я не стою то и все время. А после, когда я расслабляюсь, вот струна отспадает. Ну послушайте, дорогая моя, вы когда работаете, вы принимаете это всерьез. Да подождите. Почему вы свою работу воспринимаете всерьез? Ну почему? Вас трясет именно поэтому. Вы очень серьезно к этому относитесь. А почему вы серьезно относитесь к работе? Почему? Потому что я забываю, что, собственно, я не тело и не ум. Постоянно забываю. Неправильный ответ. Еще одна попытка. Звонок другу. Подождите секундочку. Дайте человеку ответить. Почему вас колотит на работе? Важный вопрос. Ступор, полный ступор. Почему? Ну врубитесь, почему? Вы же умный человек. Ну я ответила уже это. Вы говорите не то. А? Я забываю, что никого нет, ничего нет. Неправильный ответ, вы его повторяете. Это игра. А? Это вы в книжках прочитали, что никого нет. Это Беляев сказал, не Саргадатта написал. Бред это все, не верьте никому. Ну, много написано бреда. После статьи Анны Владимировны, когда я прочитала, я подумала, что вообще уже даже... Да не надо об этом. Вы изнутри, из себя говорите. Вас почему колотит, тут вас лично. Забудьте про всех там, не Саргадат там. Ну, если с этой точки зрения, то, конечно, ответственность колоссальная. Дальше. Копайте глубже. Смотрите в центр, в суть. Страх. Вот, ну совсем вот. Совсем стоит страх. Ура. Страх. Ура, дайте я вас обниму. Можно я вас обниму? Как мы долго рожали. Нет, рожали это слово. Я же боюсь. Ура. Я, ура. Же, я же там всю область без денег оставлю. Да, я да. Меня же на камеру ура. Перевели. Ура. Молодец. Давайте похлопаем. Ну вот, видите, как добывается истина. Да, берешь кайло и начинаешь вырубать уголек. Вот докопались. Ну вот начало исцеления. Вы увидели, в чем причина. Страх. Вот отсюда надо начинать.
Причем здесь не тело, там тело, не тело. Боитесь просто и все. Спасибо. Мы к страху еще сегодня вернемся. Это важная тема йогической работы. Бесстрашие. Вайрагья называется в йоге. Йогическое качество вайрагья. Бесстрашие. Если не выработать бесстрашие, медитируйте хоть до посинения. Ничего не будет. Будьте ключи дальше. Вайрагья, бесстрашие на санскрите. Нужно выработать это свойство. Его можно выработать по-разному. Я предлагаю вариант традиционный. Ночью на кладбище. Чего вы ржете? Тантрические мастера жизни проводят на кладбищах. А в Индии кладбища похуже наших. Там же, вы знаете, жгут трупы, а дров нет. В Индии же леса-то свели все. Топить-то там не надо. Ну вот. А трупы жечь дорого. И... В общем, на кладбище там хорошо, короче. Хорошо, да. И вот они там сидят, медитируют, живут. Акхорики, они даже едят это. Да, едят это, да. Кипящий мозг прямо. Почитайте Роберта Свободу, Акхору. Закажи книжки народу. Есть Акхоры? Ну, читали же, знаете. На трупе сидит, медитирует. Еще совокупляется с трупами. Там они развлекаются по полной. Так что со страхом работать я предлагаю прямая дорога на кладбище ночью. У вас есть белая простыня? Чего вы ржете? Чего вы ржете-то? Возьмите простыню. Найдите кладбище только такое, только потише, чтобы не замели сразу. Потише. Такое полузаброшенное у вас тут есть? Со склепами какое-нибудь такое. Нормальное есть кладбище? Со склепами нету? Есть. На лесном. Вот на лесной ночью. Приезжайте на такси. Машина есть? Можно найти машину? Да подожди. Да... Уже не по себе. Дайте вопрос. Да нет, вы должны отпустить машину. Вас должны туда привезти и оставить. Все, что у вас есть, это простыня. Вы голая, заметьте. Голая ночью с простыней. Машина ушла. Да, но вы еще должны днем ходить и знать, где склеп, куда вам ползти в белой простыне. Я не шучу. Это практика. Просидев полночи и трясясь от холода и от ужаса, человек знает время, когда нужно приехать и вас забрать. Ну, в виде компромисса вы можете взять мобильник. Если у вас крысак поедет по полной, вы позвоните, он приедет пораньше. Там не ловит. Не ловит. Отлично. Надо... А вы уже пробовали? Ну и как она? Ну, поверьте, если вы пройдете через кладбище, вам работа будет семечки. Да. Семечки будет. Я представляю, но это не для меня. Не для вас. Вам попроще. Я хотела бы в яму просто закопаться. Вы знаете, копаю. В яму? В яму, да. Да, есть такая практика. Но у вас есть кому закопать-то вас? Вот на рабочей закопался. В пещере, да. Седые выходят. Седые, да. Ну хорошо, в общем, подберите себе вариантик. Да. Ну, есть простой домашний, можно в шкафу закрыть. Есть такие шкафы для одежды, знаете. Залезаете, вам замок снаружи вешают, не вылезти, и сидите там в шкафу. Темно. Любое темное замкнутое пространство. Только чтобы никого не было, и чтобы не вылезти. Сидеть? Ну, сколько надо, столько и сидите. Пока не захочется на работу. Пока от страха не избавитесь. Или пока не созреете на кладбище. Чувствуете, готовы на кладбище. Тогда вылезайте сразу из шкафа. Чего вы ржете? Вам со страхом что-то делать надо? Он же вас губит. Он же жрет вашу нервную систему. И вы состаритесь и умрете от него. Так что долго? Вам надо это делать прямо сегодня, начинать. Это же паразит, который вас жрет каждый день. Ну? Вы будете работать со страхом?
Но найдите свой способ работы с ним. Кладбище – это просто вариант. Можно без кладбища? Я не зря все-таки читала, когда меня привлекали такие вещи, когда я думала, и хотела попасть в такую вот группу, где такие практики экстремные. Да. Вы интуитивно, вас туда тянет. Меня туда тянет. Вас тянет то, что вы хотите скинуть страх. Вы не знаете, как. Вы пока книжки читаете, какие-то группы там ищете. Мы вам можем устроить тут, конечно, по полной программе. Но не в этом зале только. Да. Если хотите, мы можем вам помочь разобраться со страхом. Ну, не сейчас. А когда? Вы хотите в график уже, чтобы вас включили? В график, как это называется, хоррор-терапия? Нет. Есть какое-то название. А? Шоковая терапия, вот как это называется. Шоковая терапия. Ладно, мы подумаем. У нас пока в Лыкошино просто вот, ну, место, где мы собираемся, с ребятами практикуем. Там пока просто нет условий для этого. Нам нужно побольше. Там слишком хорошо, Лукошина. Красиво. Там красиво, но там не подходит для соковой терапии. Нам нужно место нужно побольше, пространство. Ну, где закопать, там туда-сюда. У вас на Урале есть где зарыть, да? Ну хорошо, сделаем у вас филиальчик такой по закапыванию здесь, уральский. В шахты спускать, да? Я вижу, эта тема так оживление вызывает у народа. Отклик, да. В народных сердцах вызывает тема ужаса отклик сразу, я знаю. Хорошо. А давайте теперь, ребята, к уму, я не хочу это отвлекаться. Давайте по работе с умом все-таки как-то закрепим, что ли, это. Я вам предложил вот такое слово «центр осознанности». Про бесстрашие, да. Да я тут много чего начинаю, все, не могу закончить. Действительно, осознанность связана с бесстрашием, это правда. Если не преодолеть страх, то осознанности не будет. Как преодолеть страх? Первое, поставить это своей задачей, осознать, что от страха нужно избавиться полностью, окончательно, абсолютно, чтобы его не осталось совсем. Потому что если паразита хоть немножко оставить, он тут же расплодится и размножится опять. И его опять станет дофига. Нужно его выжечь, совсем убрать. Какой самый сильный страх у человека? А? Смерти. Но есть сильнее. А? Нет, есть страх сильнее. Страха смерти и боли. Чего? Перемен. Нет, есть еще хуже. Есть еще хуже. Вы не догадаетесь все равно. Нет, вы все равно не отгадаете. А? Ну попробуйте. Страшный страх. Ну тепло, но все равно не то. Ну тепло хотя бы. Самый сильный страх у человека – это страх потери души. Потери души. Бессмертной души. Потерять ее. Сильнее этого страха нет. Я его переживал. Я просто знаю. Я не из книжек. Об этом монахи говорят, когда их искушают, по-настоящему искушают только, по-серьезному. Есть вот этот страх возникает, потери души, потери свободы навсегда. Это хуже смерти. Почитайте старец Силуан, есть книга православного монаха, который жил на Афоне в 30-е годы, наш русский. Он описывает свой монашеский опыт. Как сатана к нему приходил. Вот про это. Ну, хорошая, сильная вещь. Документально его. Ну, жизнь, автобиография. А?
«Старец Силуан», книжка «Старец Силуан». Это он про себя, это его автобиография. Есть в интернете, можно скачать. Вот. Так вот, ребята, да, страх потери души. Следующий по уровню – это, конечно, страх смерти. Смерти боятся все живые существа, боли. Вот. Это все понятно. Но речь не идет сейчас в практике не о тех страхах. Не о тех. Речь сейчас идет о работе со страхами, которые нас сосут и душат каждый день. Каждый день. Это страх, как вы правильно сказали, остаться не у дел, без денег, без работы, все тебя заклюют, ты станешь просто изгоем каким-то. Вот. То есть страх осуждения, страх безденежья, страх, что тебя вообще в дурку куда-нибудь спрячут. Ну вот это, социальные страхи. Называется социальные страхи. Понимаете, когда мы чего-то боимся, мы создаем реальность этого. Поймите, закон. Своими страхами мы создаем реальность. Точно так же, как своими молитвами мы создаем реальность. И своими медитациями мы создаем реальность другую. Мы всегда создаем для себя реальность сами. Вот вы создали себе ужасную реальность трястись на работе каждый день. И кормите ее своей кровью. Каждый день выливаете ведро крови, чтобы эта реальность, этот монстр жил. Зачем вы это делаете? Потому что вы не умеете по-другому. Вы не знаете, как жить по-другому. Ну, хотя бы допустите возможность, что можно жить по-другому. Это, возможно, всегда есть. Вы просто ее закрываете. Вера. Вам нужно вначале поверить, что можно выйти из этой тюрьмы. Но сначала нужно избавиться от страха. Нужно сначала сделать домашнюю работу, черновую. Вычистить, просто вымыть пол в грязной комнате. Избавиться от страха. Значит, практики работы со страхом. Номер один практика называется каменный скорпион. Каменный скорпион. Это образ из сутры короны моего учителя Тоши. Там есть такой афоризм. Скорпионы каменеют под пристальным взглядом. Скорпионы каменеют под пристальным взглядом. Смысл образа в том, что скорпион – это эмоция. Вы знаете, что скорпион жалит. И укус может привести к смерти, к параличу. Сильный яд у скорпиона. Вот. И скорпионов, ну, в сутре короны – это образная вещь. Залог за слово, ожерелье и скорпионов, там есть такая строчка еще. То есть скорпион – это эмоции. Эмоции наши нас жалят, нас ранят, наши собственные эмоции. И страх – одна из них, одна из сильнейших. Это эмоция, ядовитая эмоция. Где она? У нас вот тут, внутри. Это мое, мой собственный яд, которым я себя жалю и отравляю и убиваю. Вот надо это увидеть для начала, просто это осознать. Что я с собой делаю? Это как я беру вилку и начинаю себя в глаз тыкать. Вот что. Это то же самое. То есть абсурдность этого. Скорпионы каменеют под пристальным взглядом. Это значит, нужно сделать ожерелье из скорпионов, как у Тоши сказано. То есть нужно эмоции вот эти превратить в драгоценность, в ожерелье. Прирученные эмоции становятся украшением человека. Они украшают его психику, его сознание. Когда он их обуздал, приручил. Они стали, опять же, как мысли, стали его слугами. И эмоции тоже стали его слугами. Этот царь, осознанность, сидит на троне, а все ему служат, все на цирлах. Мысли на цирлах, эмоции тоже. Вот так, перед ним, перед царем осознанности стоят. Вот что нужно сделать. Значит, в чем техника? Каменеет под пристальным взглядом. Когда вы почувствовали страх, страх обычно чувствуется манипурой, вот здесь. Солнечное сплетение, под ложечкой, в народе говорят. Начинает подсасывать под ложечкой. Холодная вибрация, обычно. Холодное, липкое, темное, неприятное состояние, что-то вот здесь, страх. Холодное, темное всегда. Это может быть страх. Осознанный, может быть, не боюсь, не знаю чего, но не по себе, вот так.
Это может быть присутствие в комнате, пришел нечистый дух. Я чувствую, в комнате кто-то есть, кроме меня, мне нехорошо. Ну, я вам им вчера давал кричать? Давал. Это вот на эту ситуацию. Страх может быть вот на работе, как мы сейчас разбирали. Боюсь там вот этого. Страх может быть, да любой. У него куча всяких видов, форм, подвидов и так далее. Но обычный человек средний боится всего, вообще всего. Он боится жить, он боится умереть, он боится людей, он боится себя, он боится своих родственников. Родственники самые страшные, знаете, вообще, существа. Он их боится. И понятно, почему боится. То есть обычный человек – это комок из страха. Трясущийся комок оголенных нервов, который все время нервничает, переживает и боится. Я, конечно, утрирую, но ну, в принципе оно так и есть. У него еще депрессия, если мужик еще пить может. А женщина сама знаете, чем заниматься. Ну вот она, жизнь наша, родная, вот такая. Что с этим делать? Итак, когда мы осознаем страх, любой, социальный, семейный, неважно какой, мистический страх, начать на него безотрывно смотреть, безотрывно сконцентрировать луч внимания на источнике страха. Если он не обозначен, придать ему форму, придать ему образ. Представьте себе монстра страшного. Чем страшнее, тем лучше. Чем больше рогов, клыков, тем лучше. А может быть, он умеет уже какой-то образ и форму, этот страх в вашей жизни. Смотрите на него. Смотрите прямо в глаза этому монстру, которого вы нарисовали. Смотрите на свой страх. Пусть он будет черным облаком. Другой пример. Темное облако, липкое, ужасное, холодное, например. Или ситуация какая-то. Ну, поработайте сами, найдите этот образ. Безотрывно смотреть, в гляделки играть, переглядеть страх. Не отводить луча внимания до тех пор, пока страх не начнет таять. Он под этим лучом не выдерживает. Ничего не выдерживает луча пристального внимания. Ни страх, ни мысли. Ничего. Страх начинает таять, его энергия начинает переходить к вам. К вам. Вы чувствуете, что к вам идет сила. Страх – это огромные залежи силы, вашей силы, но которая работает против вас. Осознайте это. Осознайте, что вы ходите по золоту. Огромное количество золота под ногами – это ваш страх. Возьмите его. Это ваша сила, но она вас убивает. Осознайте эти вещи. И все, вот и все, что нужно сделать. Через осознание вы возьмете силу страха. Вы почувствуете, что вас поднимает на воздушной подушке. Эта энергия переходит в ваш актив. Смотреть безотрывно на страх, пока вся его энергия к вам не перетечет. Вот и все упражнение, вся практика. Каменный скорпион. Другой образ. То же самое, просто по-другому. Если не можете понять про гляделки, выпить страх, выпить. Взять, начать делать вот так, и выпить. До конца только, до дна. Потому что если внизу чуть-чуть кусочек останется, он будет мультиплицироваться и опять размножится. Дракон с 1000 голов. Ну, отрубишь, 10 выросло. Вот так. До конца. Переглядеть, сжечь, выпить. Растворить. Что вам больше нравится? Растворите страх. В осознанности другой образ вам даю. Представьте, что он растворяется. Вот вы осознаны, спокойно осознаны, внимательны. И он в этой внимательности растворяется. Это похоже на то, как вы идете вечером и видите тень огромную на стене и в ужасе. А потом смотрите, это ваша тень. Фонарь так посветил и тень. Ну и что? Вы улыбнулись, чуть-чуть, а страшно было, действительно. Такой он паук по стене ползет, громадно. Это вот так же со страхом. Бояться на самом деле нечего. И реальность страху вы придаете сами. Это тоже нужно записать, осознать, вдолбить себе и сделать. Реальность страху вы создаете сами. Вы сами делаете его реальным. Вы сами отдаете ему силу своей веры.
Так же, как и мысли, механизм-то один психики. Как только вы выдернули эту табуретку, как только вы сказали себе, что все страхи – это мои, это я это делаю, то у него нет силы уже. Он уже не может обмануть-то вас. Это же на обмане все делается. Вы сдираете с него маску. И есть еще страхи, которые прячутся. Их тоже очень много. Под масками. То есть по виду это не страх. По виду это может быть, например, любовь. Да? Любовь. На самом деле это не любовь, это страх. Я вам приведу простой пример. Мама готовит обед на кухне. У нее открыто окно на кухне. И во дворе играет в песочнице ее маленький ребенок. Дело идет к вечеру. Она ждет мужа с работы. И ребенок во дворе один. И мама, естественно, волнуется. У нее два дела. Первое – приготовить обед. Второе – приглядеть за ребенком. И вот она бегает от плиты к окну и назад. И она обед нормально не приготовит, потому что она за ребенка трясется. Он там один. Вот. И ребенку что-то орет. Он там тоже весь сидит, дергается в этой песочнице, потому что мамаша морду высунет, как гав что-нибудь. В общем, ужин. Ну, жизнь наша. Вот такая. Мама вроде хорошая, она ребенка-то любит. И папу любит, и папу кормить надо, и как. И за ребенком, да. Но мама глупая, курица-то. Она ж не понимает, что она своим страхом притягивает к ребенку опасность. Реальную опасность. Ребенка действительно опасно оставлять вечером одного во дворе. Вы знаете, маленького. Она усугубляет эту ситуацию своим страхом. Она не понимает, она ж не йог-мама, она ж просто мамаша, клуша. Но если бы она поняла, что как это работает, она тут же бы успокоилась, она продолжала бы готовить обед нормально, вкусный обед, хороший мужу, любимому, дорогому. Вот. И как йогини великая, как великая дакини, она абсолютно бесстрашна, бесстрашна, заметьте, без страха за ребенка, не подходя ни разу к окну, а полностью успокоившись, внутри, осознанно это сделав, она полностью бы защитила ребенка своим спокойствием. Она бы вырвала страх из своего сердца. Вот как поступила бы подлинная йогиня, которая является мамой. А обычная клуша будет трястись. Вот вам и пример, вот вам и разница. Как страх маскируется под что? Под любовь к ребенку. На случай этой несчастной мамы на кухне. А страх же маскируется не только под любовь, под что угодно. Под патриотизм, например. У вас весь город стоит на оборонке. Да? Оборонка, такое ласковое слово. Что такое оборонка? Оборонка – это средство массового уничтожения населения. Производство этих средств. Вот на чем стоит ваш славный город. Ласково так называют. Да, оборонка. Не оборонка это, а кошмар. Что стоит за этой оборонкой, за этим кошмаром? Страх. Страх людей, которые боятся потерять свою власть в этой стране и во всех странах мира. Вот почему этот город производит, не только этот город, вся эта страна производит дикое количество средств уничтожения миллионов людей. А вы думаете, почему люди здесь несчастливые? А как они будут счастливые? Это же бред, жить на такой земле, производить ракеты одно за другой, и что, и быть счастливым при этом? Это же бред? Бред. Но мы же живем в этом аду. Да, мы живем в этом аду. Мы его сами делаем. Каждый день и каждую секунду. Вот он страх. Он во всем. Он пропитывает все. Каждую улицу, каждый дом, каждого человека. Это враг номер один. Нужно что-то сделать с этим. Уничтожать ракеты бесполезно, пока страх не выжжен из каждого сердца человеческого. Это подход йоги, это подход адвайты, подход древних мудрецов. И вам нужно сделать это в своей жизни. Объявить войну страху. Взять ружье и пойти стрелять. А как еще? Если вы станете полностью бесстрашными, ваша жизнь полностью изменится. Вам больше даже ничего не делать не надо.
никаких практик, никаких медитаций. Поверьте, только одного этого будет достаточно для вашего освобождения, если вы ничего никогда не будете бояться вообще. Понимаете? Вы можете сделать это просто золотым ключом. А это понятно. Многие вещи, я говорю вроде просто, но они непонятны. Потому что сознание – тонкая вещь. Но про страх понятно всем. Вайрагья – бесстрашие. Одно из качеств йогина. Без него нельзя. Можете сколько угодно бить в колокольчики, в бубенчики. Ничего не будет. Пока не выжжете страх. Давайте что не делайте с этим. Работайте. Кладбище, не кладбище, без разницы. Найдите свой способ. Себя не обманите. Если боитесь, значит боитесь. Признавайтесь, да, боюсь. Еще пока не справился, не умею. Научите, помогите, вам помогут. Но поставьте это как задачу, важнейшую задачу номер один в своей жизни. Это йога. То, о чем я сейчас говорю, вот это йога, а не на голове стоит. Пожалуйста, есть по этому поводу какие-то комментарии? По теме страха. Прошу. И микрофон возьмите. Где микрофон? Значит, такой вопрос по поводу. Есть страхи, которые мы сами, ну, себе создали в процессе своей вот короткой жизни, а есть страхи, которые передались уже. Как? По наследству, что ли? Ну. Вам что, дедушка завещал? Не, ну смотрите. Пару страшков. Но если брать в расчет, что... Не одну жизнь все-таки живем. Да. Вот. Есть страхи, которые пришли, остались из прошлой жизни. Когда мы были динозаврами, нас кушали. Например. Да. Правильно вы говорите, молодец. Вот. И как осознать такой страх? А вам что, своих не хватает? Так вот, как бы, нет, хватает, но когда ты осознаешь все эти обычные уже твои страхи, останется что-то еще, что будет наверняка сдерживать, но ты это не сможешь осознать. Да, я понял ваш вопрос, спасибо большое. Мне не надо микрофон, у меня есть вот два даже. Нас действительно бесчисленное количество раз жрали. Просто ели. Вас ели, понимаете? И меня тоже, и вас. Прикольно, правда? Вас берут и жрут, прикиньте. И делают это много-много-много тысяч раз. В разных формах, да? То вы с хвостом, вас хвоста начали глодать, а то с ушей. И все это записано у вас в клетках вашего тела. Ваше тело помнит этот ужас быть съеденным заживо. И животный мир весь так живет, он так устроен. Все друг друга жрут. И не только животные, люди тоже друг друга жрут, только по-другому. Ну вот, поэтому здесь везде царит смерть и убийство, и насилие. И в воде, и в воздухе, и на земле. Мы живем в такой вселенной, ужасной. Ну что делать? И мы все это помним, все эти смерти. Мы помним. И, конечно, у нас внутри сидит животный ужас. Он записан в памяти на жестком диске, его не стереть. Этот ужас не надо преодолевать. Нужно преодолеть привязанность к телу или трансформировать тело. Есть два пути, но это дальше. Сейчас рано об этом говорить, каждому из вас еще рано с этим возиться. Сейчас нужно делать то, что я вот говорил по поводу страха и работы с ним. Привязанность к телу – это когда тебе все равно, умрешь ты или не умрешь, сожрут тебя с головы или с хвоста, без разницы. Можно дойти до такого состояния, что это тело ты рассматриваешь как одежду. Вот рубашку износил в дырках, все, выкинул, забыл. Вот так. Можно дойти до такого уровня. Не заботишься о теле. И многие святые доходили до этого состояния. Им это тело, не тело, до фонаря. Можно пойти другим путем, которым шли альвары. Альвары – это йогическая традиция шиваистская на юге Индии, в Тамилнаду штате. Из нее вышел Бабаджи, учитель крия-йоги. Вот здесь книга Йогананда лежит, если вам интересно, купите, почитайте. Так вот, альвары –
Их уже почти не осталось. Это, золотой век, как уже прошел, они достигали золотого тела света в жизни. Они просто достигали уровня золотого свечения. У них была сложная наука. Они использовали и алхимические препараты, и специальные диеты, и массажи, и медитации, и пранаямы. У них разработано было, ну, поколениями это разрабатывалось, не один человек делал. Но единицы из них добились этого. И последним мастером великим в XIX веке был Рамалинга Госвами, который добился этого. Его тело светилось, прям, ну, как свет шел. Это видели люди. Ему приходилось накидывать капюшон, когда он выходил там на базар или куда. Потому что люди пугались. От лица шел свет. Закрывать надо было лицо. Это был великий мастер, он оставил 40 тысяч стихотворений. Все доступно в интернете. Наберите Рамалинга Свами Гал. Его есть. 19 век, есть фотографии. То есть это все реально, это было все вчера. Это не сказки. Вот. Это другой подход. Он молился, он говорит, как он этого добился. Он молился, он просил Бога дать ему бессмертное тело из золотого света. У него остались стихи, эти молитвы остались его. И Бог дал ему это. Бог дает человеку, что человек просит. Вы чего просите, вам будет дано по вере вашей. По вере вашей будет вам дано. Он верил в то, что Бог даст ему тело, состоящее из золотого света. Понимаете, он верил. Не просто молился, а верил. И Бог ему дал это тело. И это правда. Он был настолько высокого уровня мастер, что он не оставил учеников. Люди приходили к нему. Он там исцелял, там это все понятно. Там, чудеса туда-сюда. А некому передать было. Он настолько высоко забрался, что никто не тянул на его уровень. К сожалению, от него остались стихи. Линии по рампам не создал. Слишком... Он как ракета, он далеко, далеко улетел. Вот был такой Рамалинга Свами Гал. Он ушел во вспышке света. Он не оставил ни трупа, ничего. Вспышка света и его тело исчезло. Люди видели, как это произошло. Этот дом, эта комната, почитаемое место, можно туда поехать. Все есть. Вот. Так что, попоэты, я так вам долго насчет страха смерти и привязанности к телу. Как это можно? Что с этим сделать? Вот есть такой вариант. Тело сделать бессмертным, световым. А есть вариант просто не париться. Ну, умер, умер. Ну, зарыли, да. Дальше-то что? Ничего. Естественный ход вещей, природа. Тело света ведь тоже растворится когда-нибудь. Оно же тоже не вечное. Оно долго живет. Но все когда-нибудь заканчивается. Теперь мы уже скоро заканчиваем вообще наш тренинг. Я прошу по теме страха. Это очень важная тема, кроме осознанности, нового центра и потока. Это все важные вещи, я считаю. Надеюсь, что вы тоже так считаете. Но вот со страхом напоследок все-таки хотелось бы как-то окончательно действительно разобраться, и чтобы вы начали работать немедленно. Прошу, есть какие-то мысли, вопросы, комментарии? Пожалуйста. Есть вопрос. Ну, я считаю, что я в этом уверена, что я улетала 2 раза. Улетала? Улетала, да. Ну, то есть во сне как? Ну, я это... Куда улетала? Обозначить так. Куда? Вот я не знаю, куда. Значит, во сне. Первый раз у меня был полет, значит, я в горизонтальном положении, поднимаюсь высоко, в смысле поднимаюсь медленно, но не останавливаюсь. Обычно вот полеты во сне, да, бывают. Вот, ну, да мы про страх сейчас, не про полеты во сне. А? Мы сейчас про страх. Про страх, да. Что я... Когда все-таки вот понимала, что я не останавливаюсь, что я могу не остановиться и вообще неизвестно, куда я исчезну. Вот, и меня именно страх вернул на землю. То есть, и чего дальше? И вот
пытаюсь, и второй раз то же самое, тоже улетало. И вот этот страх, ну, то есть вот это вот и есть тот страх смерти. Нет, это страх не вернуться в физическое тело. Вы рассказываете о техниках астральных полетов. Это отдельная тема. В двух словах, возвращайтесь через ноги. Если не вернуться в тело, входите назад через ноги. Сейчас не хочу развивать эту тему. Через ноги входите в тело, да. Проще всего вернуться. А вообще не путешествуете. Порвется серебряная нить, не вернетесь. Из пупка выходит серебряная нить, которая связывает. То есть все равно возвращаться надо. Вот я просила, потому что я улетала. Я сказал, не летайте. А как? Я же не просила. Я во сне улетала. А, во сне это происходило? Я не просила. Последний раз у меня вообще как вот из ракеты выстрелили мною. То есть я буквально вот, я не знаю, в какой-то момент я... То есть у вас непроизвольные выходы из тела? Да, да. Хорошо. Тогда почитайте книги Монро. Монро, американец, который в Америке основал институт по работе с выходом из тела. Целый институт есть. Но я не сделала, чтобы я понимала, что это мое тело летит. Понимаете, как вот... Я понимаю, да. Вас интересует вообще эта тема? Момент, ну да, я пытаюсь понять, что же все-таки... Это два раза было с вами? Да, да. Это продолжается дальше сейчас? Я не хочу занимать время группы, у нас остались минуты. Мне нужно с вами разговаривать полчаса на эту тему, ладно? Это просто ваша тема специальная. Это не касается всех, все тут не вылетают. Я не в обиду вам говорю. Я понимаю, что это, наверное, но это у вас особый случай, скажем так. Я могу вам объяснить, все рассказать, но только не сейчас на группе, ладно? Давайте оставим это на... Может быть, после или как-то, да? Спасибо. Ребят, по страху, прошу вас. Да. Илья, скажите, корни страха – это всегда мысли, только мы не всегда это осознаем, да? Или страх еще откуда-то может взяться? Если это так, то тогда в первую очередь надо с мыслями работать. Нет, корень страха – не мысли. Корень страха – это боль в бесчисленных жизнях, в разных телах, боль смерти, уничтожения, когда нас сжирали. Я же рассказывал сейчас. Вот память об этом ужасе, вот корень. Ну, память, это все равно, она же через мысли идет. Да нет, иногда просто тебя трясет какие-нибудь, в голове у тебя пусто, ни одной мысли. Возможно, просто мы не осознаем эту мысль. Страх хранится в подсознательном уме. Он может приходить в виде мыслей. А может приходить просто в виде ужаса, когда ты даже не думаешь ни о чем, просто ужас весь. Тебе думать-то некогда. Но ужас, понимаете? Причина страха не мысли. Это неправильно. Причина страха – это вот та боль и ужас, и страх гибели и боли в бесчисленных воплощениях. Вот причина страха. Память об этой боли, понимаете? Он в мыслях, он может материализовываться, приходить к вам. Но мысли – это уже продукт последующий. А в мыслях в самих нет источника страха. Мысли – это только форма энергии, оболочка ее. Пожалуйста, ребят, кто по страху хочет еще? Прошу вас. Я еще скажу. Есть вот то, что... О чем мы говорили, называя это социальными страхами, с этим более-менее как-то понятно все. То есть тут просто все относительно, конечно, по крайней мере, ментально. Поворачиваешься к этому лицом и идешь туда прямо. Идешь, да. И на стадии осознавания он как-то растворяется, бывает, проходит. В итоге все упирается, конечно, в страх вот привязанности к телу. Вот привязанность к телу. Но есть вот то, с чем у меня пока не получается справиться, и мне кажется, у каждой женщины есть такой глубинный страх какой-то генетический. Это вот что с твоими детьми что-то может случиться. С кем? С детьми? С детьми, да.
И вот так, это, а какой, это вот ужас какой-то, который именно вот на каком-то... страх к телу, ты говорите, страх за тело? Нет, это я к социальным страхам говорила. Я говорю, что есть вот этот у меня страх, что с детьми может что-то произойти, и это какой-то... Я про кухарку вам рассказал. Да, ну это все понятно, но это вот все равно рождается, когда вот это думаешь об этом... Я сказал, сегодня объяснял, как работать со страхом, что я говорил делать вообще, в принципе. Ну вот, в принципе, что я есть, есть разные методики и Нет, я какую методику давал сегодня? Ну, про скорпиона. Про... А что такое скорпион? Ну, идти к этому страху, поворачиваться, не идти, смотреть. Не, неправильный глагол вы используете. Что делать? Со страхом что делать? Смотреть туда. Смотреть, правильно. Вы смотрели на страх свой с детьми? Нет, смотрели. Он меня блокирует. Значит, вам нужно делать технику еще раз. Каменный скорпион. Просто тупо делать, что я говорю, ладно? Возьмите страх по поводу детей. Придайте ему какой-то образ. Или не придавайте образ. Ощутите его как вибрацию, как присутствие. Как вы вообще его чувствуете, этот страх? Как ужас какой-то и вообще генетический. Ужас нечеловеческий. Да. Но вы можете его как-то зафиксировать в сознании, в пространстве? Ну, чтобы он перед вами как бы встал. Ну, да. Можете. Отлично. Призовите его, пусть он станет перед вами, что называется, в полный рост. И смотрите на него. Переглядите его, переломите ему хребет. Вы понимаете, что вам нужно сделать? Это такой подвиг на самом деле, это не шутка, я знаю. Это подвиг. Но поскольку вы желаете детям добра, и вы любящая мама нормальная, потому что этот страх за детей, он материализуется в какой-то форме. Может быть, даже не в этой жизни. Вы понимаете, но он сработает. На детях. Вам это надо? Нет. Так победите этот страх сейчас, чтобы будущее ваших детей было чистое и безопасное. Зачем вы им мину подкладываете замедленного действия? Я понимаю, что все это непросто. Я понимаю, что ситуация страх за детей – это потеря и гибель ваших детей в прошлых жизнях. И все это сидит в клетках вашего тела. И вы проецируете это сейчас на этих детей. Это же все из прошлого идет. Это все вот так переплетено. Но вы должны сделать эту работу сейчас. Это приходит как страх переживать боль потери, да? Да, пережить опять эту боль. Вас один раз ткнули ножом, и вы уже ножей боитесь всю жизнь. Понимаете? Вы знаете, как это, да. Страх испытать эту боль опять. Ну так примерно понятно, да. или ничего не понятно? Нет, понятно, да. Ну так делаете? Вы почему сидите сгорбившись? Разве женщина может спина сидеть? Спина устала. Нет, вы сидите неправильно. У вас нет опоры в тазу. Ну ладно, я потом вам покажу. Ну, хорошо. Да? Не надо так. Мастер, может здесь быть место любви? Где? В вашей технике. В технике работы со страхом? Да. Я вижу, что любви бы здесь бы не помешало месте. Полюбить то, что ты боишься? Ну, быть с любовью к этому. А чего вы так привязались к любви? Она мне помогает в работе со страхом. Полюбить, вы знаете, если страх... есть любовь, то она есть. А если ее нет, что о ней говорить? Если она есть в вашем сердце, не надо о ней говорить. Проявляйте ее, любите. Я не люблю говорить о любви. Любовь не любит слов. Потому что люди говорят о любви, когда ее нет. А когда она есть, о ней говорить не надо. И любовь – это не техника. Любовь – это милость Божья. Вот такое отношение к ней правильно. Любовь не может быть никакой техникой. А есть техники, я вам даю техники. А любить научить я вас не могу. Потому что я не Бог. А это милость Божья. Вот что такое. Заслужите ее. Она будет вам оказана. Но заслужите. Да, благодарю вас. Мы заканчиваем, да, ребята. Все. Ну, мы медитацию должны сделать. Да. Есть еще два вопроса по страху или быстро? Да микрофону-то не слышно. С
Страх как ощущение чего-то, что нельзя предотвратить. То есть предощутил, поймал ощущение, что вот произойдет завтра. Смотреть. Я же сказал, что делать. Смотреть. Смотреть. На него. Можно отвести, да? Можно отвести. И эту ситуацию можно отвести, да? Нельзя отвести. Нельзя. Да можно. Да нельзя. Смотреть. Тупо делать, что я говорю, смотреть без отрыва. Так понятно? Или непонятно? Ну так делайте. А вы сейчас будете гадать, отведу, не отведу, не отведу, Господи, опять не отведу. Ну глупость это все. Неосознанно была раньше, словила, и произошла эта ситуация. Ну, значит, наступили на грабли, больше не наступайте. Возьмите страх и смотрите на него, переглядите его. Ну я же уже 20 раз это говорил. Пожалуйста, по страху последний, кто хочет высказаться. Прошу вас. Кто-то есть еще? Закончили мы эту тему? Отлично. Тогда в круг. В круг, как вчера. Девочки, в круг, нам нужно зал освобождать. Прошу вас. Нет, стоя, сидеть холодно, пол холодный. Давайте это самое. Вот так же пальчики, как мы вчера делали, средние этот. Продеть соседом, вот так. Соседом, да, вот так пальчики. Продели. Давайте руку вот так. Вот средний и большой пальчики. Девочки, подальше круг нам надо, туда. Вот так, вот хорошо. Ага. Вот тут отойдите назад. Ребята, мы не успели сегодня сделать круг помощи, к сожалению. Но у нас много важных вещей. 5-7 минут без проблем еще. А? Хорошо, тогда один человек в центр. Кому нужно помочь? Кто хочет помощь группы? Прошу вас. Садитесь. Да, садитесь. Ладони наверх. Настроиться на поток всем. Попросить его прийти. Стать проводником. Отдаться ему. Значит, вам сейчас нужно сосредоточиться на вашей проблеме. Говорить ее не надо, да? Представьте ее. Потом, когда ладони направят на вас, вам нужно проблему будет перевернуть. Да? То есть представить, что все, она ушла, никогда больше не вернется. Понятна задача? Ребята, теперь ладони направим в центр. На человека. Ладошки закрыть, коленочки положить. И передаем поток, проводим его, чтобы помочь человеку в решении вот этой задачки нелегкой. Значит, группа. Не вкладывать своего намерения в эту работу. Быть чистыми проводниками сейчас. Поток идет, но нашей воли в этом нет. Пусть будет воля потока. Вот такое отношение правильное. Значит, в центре, ваше имя напомните? Галя. Галя, работаете, да. Значит, Галя сейчас работает над тем, что она создает новую ситуацию. Эта проблема решена. Навсегда ушла из ее жизни. Мы помогаем сейчас ей укрепить веру в это. Это для нее работа на укрепление, усиление ее веры. А для нас, для группы, это практика на поток, на проведение, быть чистым, пустым.
Спасибо. Теперь все делаем вдох глубокий и на выдохе делаем намасте, поклон друг другу. Мы кланяемся, потоку кланяемся. Внутреннее сердце благодарность выражаем. Галя, спасибо большое. Вернитесь, пожалуйста, на ваше место. Вы тоже намасте сделали, да? Намасте сделайте, поклонитесь всем. Спасибо. Пожалуйста, вернитесь. Еще у нас два человека мы можем пропустить. Быстро. Прошу вас. Вы поняли, да, что вам нужно делать? Я не буду повторять. Нет, по одному человеку. Ладони наверх. Значит, вы сейчас сосредоточиваетесь на проблеме. Первая половина вашей работы. Полная фиксация внимания на проблеме. Группа внимания наверх. Пребывание в потоке. Ладони в центр, проблему переворачиваем. Вызываем ощущение того, что проблема ушла, никогда не вернется. Именно почувствовать вот это. Вдох на выдохе намасте. Все делают. Центр тоже делает это. Вдох на выдохе намасте. Поклонились. Спасибо. Последний человек в центр. Ладони наверх. Группа, напоминаю, не должно быть ни тени намерения. Чисто работаем как проводники сейчас. Ладони в центр. Проблему перевернули. На мою, да. На мою тоже сними. А это моя камера. Вроде моя. Вдох на выдохе намасте. Алла, вы тоже делайте намасте и спасибо. Спасибо, ребята, все. У нас короткий сегодня такой круг помощи. Трем людям мы помогли. Я хочу поблагодарить всех за участие в тренинге. Я очень счастлив, что вы пришли, что мне довелось с вами встретиться, подружиться, позаниматься вместе. Желаю всем счастья, просветления, радости и свободы. Спасибо. Ребята, и традиционно мы заканчиваем наши тренинги групповой фотографией. Давайте встанем, я не знаю, где-нибудь, вот здесь. Да, хорошо. Дорогие друзья, спасибо всем, спасибо Илье. Немножечко от организаторов, и поскольку вы все участвовали как финансово, так и прочим участием, и от всех вас стало быть маленький, поскольку я знаю... Илья любит Тибет. Маленький календарик про Тибет Кайлас. Да, большое спасибо. Это спасибо. Не все. Остальные тоже символические календарики. У нас осталось несколько красивых объявлений про наш семинар-тренинг. Я предлагаю в конце подписать пожелания, благодарность каждому. Это мы сделаем, это вы делаете. Еще не все. Символически это маленькое солнышко. Пусть будет в Питере больше солнышка, пусть у нас будет солнышко. Да, спасибо. Это священный горы Аруначалы, про Шиву, один из любимых певцов Аруначалы. Если не понравится, можно спасибо. Переподарить. А спасибо. Это одни из самых любимых благовоний, танец Шивы. Спасибо большое. Спасибо. Вот. Спасибо. Пакет можно все складывать. Да, вот. Как Дед Мороз с подарками. Так, ребята, групповую фотку прошу. Да, обязательно. Где мы встаем? Я сделал ВКонтакте группу семинара имени Беляева, и кто не зарегистрировался, там есть эта группа. А я еще сделал еще уральскую. А уральскую?